И ты куда пришла? На праздник пони. Ой, смотри, к нам идет Пинки Пай. Смотри. Ой, к нам пришла Пинки Пай. Мануаль. Давай, иди садись на стульчик. Кто знает, что у нас сегодня здесь вообще? Куда вы все пришли? Куда? Куда? На день дружбы. На день... Правильно. А, собственно говоря, что у нас за... Куда они попали? Как это у нас называется? Я знаю, куда мы все попали, сам перенесли с портала в... на каникулы Эквестрии. Правильно. А кто знал? Поднимите руки. Кто знал? Все знали? А теперь поднимите руку, кто любит каникулы? О, я тоже люблю каникулы. Вы любите каникулы? Я тоже. Это самое любимое время года для меня, по крайней мере. Итак, а давай, может быть, расскажем немножко ребятам, что вообще их сегодня ожидает? Как вы думаете, что вас сегодня ждет? Что? У нас, смотрите, такая активная. Подарки будем! Классный квест! Ага, сразу подарки! Да, конечно, это будет последняя очередь, но вы их обязательно получите. Но чтобы их получить, у нас есть специально нужно пойти в квест. Получила знак отличия. Да уж, похоже, ты прав. Я рада, что она счастлива, но я бы не хотела целый день копаться в чужих гривах. Вы думали, что знак отличия может вам не понравиться? Нет, я не думала об этом. Сейчас ты будешь прыгать, хорошо? Сейчас тебе тетя скажет. Да. Ну давай. Прыгай, зайка. Как зайчик прыгает. Ой, ты молодец. Прыгнула. А иди сюда, нужно еще попрыгать. Иди сюда. Смотри, надо высоко. До мороженки надо допрыгнуть. Смотри, здесь же вон Пинки Пай прыгает. Самую любимую историю.